Вот, сегодня у нас, наверное, 23-е, да? 24-е? 24. Июня. Июня 2023 года, пятница. Это вот брат Владимир Александрович Пащенко. Это вот огород все его. Морковь, лук, чеснок, арбузы. Дынь-то нету нынче? Дынь нету. Там тыква. Вот видишь как. И вот укроп. Тут вот подрастет укроп. Тут много укропа будет. Оставляй его только. Да. Потому что мне он требуется как лекарство. Напаривают и пью. Такая болячка. Во. Фуражку-то повернул, вот тебе не видать. Закрытая тень. О, моя тень. Присяду, чтобы видеть. Сегодня еще радость, что нас никогда никто не трогает. Видишь, как Бог сделал чудно. Мы привыкли в землю, в грязь. Толкни, и чем грязнее, тем лучше. И оно растет, семечко, а тут все. И ты, и от болящих, и от голода, от всего. Мы живем среди огромного моря чудес. Вот святые тут желтые. Пчелы собирают мед. Притом мед разный, с разных растений. Тут и липа, и подсолнечники. Дивный Господь. Ну что, это вот ты уже провтяпал, да? Вот, ну да, морковь. Поднял. Вот она идет. Вот покажу я. А сколько здесь, не знаешь, метров-то? Ну, метров-то 40 есть, да? 60. 60? 60 метров, три ряда. Три ряда, вот она. Это Алтайский край, Мамонтский район, поселок Потеряевка. Вот тут у нас домик. Называется саманный, кирпичом обложенный саманный. Вот так, пошел я. Бывает еще человек помер, хозяин, вот другой, а сын уехал, приехала жена его, и никто не берет, а я рыбачил, с удочкой, кажется, сидел, она пришла и говорит, ну купите, ну бросаем все. Ну, приняли, как гостиница, корреспонденты приезжают, бывают начальники какие-то, тут постель, все есть. И видишь, как выложили, выложили, что и крест. Вот тут вот Игорь Третьяков ложил, батюшка, так кажется. Вот здесь. А здесь вот вольер большой. У нас, если зовут кинолог с собаками, Сергей Павлович Пупков. Тут у него собаки находились. Ураган. Немецкая порода, немецкая. Там восточноевропейские назывались. А сегодня вот сделали ворота. 4 метра ширина. Любая машина зайдет. Это дядя, во, все закрыто. Это наклонялось маленько, деревянное все. Загнали трубу с наклоном, подтянули и выровнялось все. Вот. А здесь домик. Нина Васильевна, родная сестра моей жены Надежды Васильевны. А здесь вот Глушкова. Сейчас она в больнице. Нянила Александровна шейку сломала, там бедра, говорят, делали операцию хорошо. Ну, а дальше там Никитин, Миша был, потом Виктор перекупил, кажется, так. А потом сейчас сам Терентий, а дальше дом. Это где Серафима Гавриловна была, там живет сын ее Владимир. Ну а дальше там Барабаш Игорь Александрович. О! Издалека приблизил. Володя трудяга. Трудяга. А вот здесь столбы, провода. Провода идут на пруд. Ну, тут, конечно, не видно будет. Ну, чтобы знали, провода. Тут стоят счетчики, все как положено. А вот большие
толстые какие. Это где-то весной, чтобы вода проходила. Павел, брат мой, делал, я перекупил у него. Кольца называется. Это мой велик. Деда конечно. Вот тут человек живет. Аллилуйя.